Зарегистрировано массовое отравление работников предприятия «Байконур-Энерго». 6 человек доставлены в Российское федеральное государственное медучреждение номер 1. Об этом сообщила прокуратура комплекса. Несчастный случай произошел в цехе подачи топлива. По данным надзорного органа, на сегодня опасности для жизни и здоровья граждан нет. Им оказана квалифицированная медицинская помощь. По данному факту, следственным отделом МВД России проводится расследование на комплексе «Байконур». По его результатам будет дана оценка действиям каждого должностного лица, ответственного за соблюдение правил охраны труда. На данный момент информации, чем именно отравились работники, нет.